Nokia 6620S. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6620S». Классическими причинами неисправности или некорректности работы дисплея являются механические повреждения. Уронили, ударили, раздавили. Дисплей в данном аппарате заменить не так-то просто, поскольку он хорошо приклеен почти по всей площади прилегания к металлической части механизма слайдера. Отсоединяем шлейф пластмассовой лопаткой. Затем металлической лопаткой поддеваем дисплей на всю длину и отклеиваем скотч. Снимаем дисплей. Новый дисплей прикладываем к металлической части механизма слайдера и защелкиваем коннектор шлейфа. Все, дисплей установлен.